Докладываю. Пискарис и Крой союза кооператоров отплывают. Понял, понял. Ты, как всегда, оперативен, Ромочка, ценю. Какой маршрут на этот раз? Через пролив. Но сегодня не на белой яхте, а на красном катере. Понял. Высылаю рыболов. Мальчики, по проливу на красном катере. Не понял, Генрих Кударович. По проливу на... По улице Пичугина, Красная Нива. Всем обнаглели мерзавцы. Не хотят мозгами пошевелить, сразу убивать. Ну, конечно, так же проще. Я обрываю наши отношения. Что? Да я тебе башку оторву. Накануне выборов нож в спину. Нет, Ромочка, все будет катиться так, как катилось, запомни. А что касается этих рецидивистов, прав, Рома. Когда прав, тогда прав. Я их заменю. Впредь с твоих инкассаторов волоска не упадет. С ладошки их кормить будем, пылинки сдувать. Ромочка, у меня к тебе есть ряд деловых предложений. Встретимся завтра на велосипедной прогулке. Ну, Генрих Эдуардович... Все! Привет, Рома! Я решил предоставить вам работу. У вас в городе есть конкуренты? Кроме ваших двух головорезов никого. Их нет, они отъехали. Тогда город чист. Нас четверо, но мы контролируем все. Но учтите, у меня жесткие требования этического порядка. Выполним, Генрих Эдуардович. А куда вы денетесь? Да. Садизм какой-то. После этого никто работать не хочет. Виноват, Ромочка. И я расстался с этими рецидивистами. Теперь у меня новая команда с солидным, уравновешенным человеком по кличке Капитан. Трудолюбивый такой, волевой. Тебе понравится. Рома, хочешь мебельный комбинат? Хочу. А киностудию в Ялте? Киностудию в первую очередь. А плантацию клубнички? Очень хочу. Без применения пестицидов. Все, Рома, хотят клубнички экологически чистой. Но чистый не получается, Рома. Клубничка растет на дерьме. Не мнись, Рома, не мнись. Скоро будем сдавать недельную выручку нашего кооперативного объединения. Сколько? Около миллиона. Это уже что-то. Ох, дорогое это удовольствие, Ромочка, предвыборная кампания. Деньги, земля, должности впрок. А что, если на этот раз... Мы попытаемся взять деньги прямо в Сбербанке. Как это? А вот так, публично. При свидетелях, так сказать.
и этого, как его, инкассатора твоего в живых оставим. Пусть потом дает показания, а? Фоторобота рисует. Да где же его найти? Кто тебе припадет на такую работу? О, это уж не моя забота. Неужели ты глава союза кооператоров, какой ты искреннего болвана не сыщешь? Нужен честный дурак, слепо верящий, беспрекословно исполняющий. До встречи. Генрих Эдуардович! Ну что еще? Генрих Эдуардович! Что тебе? Я же плавать-то не умею! Жизнь заставит, научишься! Ветеринар. Ну, шакал. Уволен. Подчистую уволен. Без выходного пособия. Ищи себе новую работу. Вас только двое. Нельзя ли? Нельзя. А что, остальных тоже? Бандиты едут. Сборная команда по стендовой стрельбе едет. Ревизоры. Спасибо. Осторожней! Извините. Дворовый полусибирский. Ничего подобного. Это гималайский кеша. Кошки моей профессии, это не гималайский кеша. Нет, гималайский кеша. Посмотрите на стати. Ноги, хвост, линия верха, окрас. Замечательный окрас. Да? Я его с выставки везу. Мечный котят не выставляют. А я и не выставляла, я купила. Так вот вас обманули, это смесь сибирской кошки и дворового кота. Ваш билетик. Сам вы дворовый кот? Нет, он не кот. Он заяц. Парит. Смутное время, неустойчивая погода. Да. Землетрясение, наводнение. 7 пятниц в неделю, 2 дождя на день. Кислотных. Что с машиной, Виля? Все нормально. Легковой доставлен, ждет на месте.
куда сообщать-то будете? Я ведь не работаю нигде, поэтому и денег нет. Мать старушка в Савелой живет, неудобно у нее было деньги на проезд. Милиция разберутся и с тобой, и с твоей матерью. Там большие специалисты насчет матери. Ну что, ваш поезд, надорвался от моих 60 килограмм. Посмотрите, какой я худенький. Иди, иди, иди. Стой! А ну, стой! 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 Стой, я тебе говорю! А ну, остановись! Сейчас, нормально. Простите. Ради бога, простите. Я сам виноват. Со мной гонится милиция. Милиция? Да. Садитесь. Жанночка, знакомьтесь, наш новый инкассатор. Наконец-то. В нашей гостинице появился настоящий мужчина. Да-да-да. Ты подумай. Вы знаете, они всех обворовали, поголовно. Олег был совершенно преданный и беззащитный. Нет, нет. Вот мы иногда сидим с ним, смотрим друг на друга вечером. Он на меня смотрит, смотрит, потом руку лизнет и опять смотрит. Ну вот прям как вы сейчас. Мерзавцы, а? Мерзавцы. Другой бы отгрыз эту руку с голодухи вместе с головой. Этот лижет? Сволочи, да прошу. Полулюкс. Ого! Гостиная, а там кабинет и спальня с кроваткой у окна. Свободный номер. Фантастика. Да-да-да. Чудесный у вас город. Замечательный. Море, зелень, чистота, тишина. Очень сильная городская власть. Да? Редкий случай. Вот, на первое время. Как же можно хорошо жить? Вот и живить. Но аванс, надеюсь, не помешает. Нет, я честный человек, я отработаю. Не сомневаюсь. Да, кстати, машину водите? Да, приходилось. Правда, с ремонтом туго, а так на всякой рухляди корма развозил. Вот и отлично. А то у нас шофер в запое. Завтра отвезете в Сбербанк крупную сумму денег. Хоть 100 тысяч. Миллион. Миллион. Генрих Эдуардович, нашел. Нашел классического придурка. Завтра ровно в 16 будет в Сбербанке. Светло-коричневым чемоданом. Большое спасибо за сообщение. Непременно пошлем людей. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Судьба урожая. Наша, товарищи, судьба. Так, на чем мы остановились? Коррупция, Генрих Эдуардович. Продолжим. Итак, о коррупции. Только демократизация, товарищи, поможет нам в очищении наших рядов от преступных элементов. Объект профессионал? Нет, капитан. Хиляк-дохляк, придурок. Ветеринар из зоопарка. Но условия... Вы не волнуйтесь. Мы сработаем на устрашение. Угу. Все будет аккуратно, интеллигентно. Ну что ж, за успех. Не пью. Меня
Жут. О, красиво. Только ниже опусти. Угу. Идиотничай, убери. Ну, шуток не понимаете, Аркадий Александрович. Я вот пошучу. Уволю тебя и пойдешь в милицию работать. Транспорт хороший. Но на кой черт ты снял такой шикарный особняк, который даже у слепого на виду? Зачем привлекать внимание? А случай удобный подвернулся. Хозяин мой сокурсник по консерватории. Обжить-то еще не успел, вот только построил. А где он сейчас? В Нидерландах. Играет по контракту. Техника блестящая. Вот сейф себе завел. Для валюты. Официально заработанный. Сейчас, наверное, разминается, да. Перед концертом готовится. Что такое Нидерланды? Миф. А что такое наша бурная жизнь? Дерьмо. Но мы из него выбираемся. Сейчас наступил сладостный миг нашей истории, когда можно из нелегального вора превратиться в легального Рокфеллера, когда милиция, которая гонялась за тобой, готова охранять твои миллионы и купленные на них заводы, когда весь этот хлам не понадобится больше. И только он... Он один будет нужен. Процесс грязного накапливания заканчивается. Начинается процесс, сладостный процесс его чистого использования. Мы у власти. Нам нужны наличные, чтобы скупать землю в пригородах. Скоро, очень скоро, этот райский уголок превратится в свободную зону. А мы уже здесь... Да кто нам что продаст? Ты деньги давай, я со здешним зампредом все улажу. Мы с ним при Ильиче втором на боях такие цеха держали, комар носа не точил. Теперь вот в начальнике выбился, а демократов... Ты че, что такое? Я подумал, что это вы, Аркадий Александрович. Рычи. Ну, я же не специально. Ребята спрашивают, когда завтра? В 16:00. Угу. А чё так поздно? В милиции пересменка. А. Я его где-то видел. В поезде. Ого. Ой, здрасте. Здрасте. Людмила Ивановна Яблочкина. Люся. А что же это вы, Петр Дмитриевич Максимкин, миллионер, а зайцем ездите? Выходит, кошечки у вас не профессия, а хобби? Нет, кошки профессия, а хобби вот это. Вот. Что, миллион? 1 084 рубля 12 копеек. Взбесился народ. Чемоданами деньги приносит. Ну,
Надеюсь, это не ваше личное? Да что вы, мне и 100 жизней не хватит такую сумму собрать. Она мне хватит вручную все это пересчитать. Машинка третий день сломана. Ну что ж, начнем с мелочи. Руки! Всем оставаться на местах! Ограбление. Чемодан заморож. Живо. Ни за что. Отдай. Отдай. По-хорошему тебя прошу! Ты бил это бульдог проклятый! Не двигаться! Капитан, можешь их пристрелить? Стреляй, если еще раз рыпнутся! Всем оставаться на местах! Пора. Молодец. Давай. Давай, давай. Засада. Ой, ты что там делал? Не подходить. Назад, не трогать. Стой, ты Федор, последний! Я здесь, Люся! Вы же клиента убьете! Залетный гастролер, учитесь. Один. Под канонаду. И целый чемодан. Капитан! Он уходит! Капитан! Менты, Виля, слышишь? Точно засада. Да не дрожи ты. Домой, водила. Веселее! Стоять! В машину! Исчезни. Фу, пронесло. Ну? Опять не везу. А это уже мелочь. Главное, залетный нас спас. Спасибо ему. Судя по почерку,
большой профессионал. Надо было его сразу пристрелить. Только попробуй, нужна живая жертва ограбления, понял? Дельно с него пылинки сдувать, с ладошки кормить. Убить проще всего. Да он сам кого хочет в гроб загонит. Накрись! Убери волыну! Чего? Пока призничать отдаст. Ну-ка, Вася, прижми его вот так, вот так. Ну куда, куда ты поехал? Я сказал, теснее, теснее к нему. Давай вот так вот прижимай его, прижимай. Вот. Гони его в тупик, вот. Отдай деньги. Не то что. Отдай деньги, живым оставлю. Тормози! Ты что, обалдел? Цыц! Огнетушитель! Вперед! Обороны и нападения призывает вас на митинг. Все под знамена фронта. Какого фронта? Нашего. Всеобщего. А? Встанем. Непременно встанем. Пора сматываться из этой прифронтовой полосы. Вот где жулики-то. Настоящие. Какой же это ветеринар, придурок? Так на него показали. Я не виноват. Где его носит? Это какой-то ас из Питера. Или Москвы. Прикид у него точно столичный, Вася. Прикид-то у него сельский, под дурака работает. А вот хватка столичная. Миллион наших денег спесюкал. Все-таки надо было его пристрелить, а? Ни за что. Жигуль. Вот дает. Классика. Ну? Пристрели его. Попробуй. На испуг берет. В хвост пристроился, сука, и отдыхает. Издевается. Не, я так больше не могу. Ну, по колесам-то хоть можно. И по колесам нельзя. Развилка, капитан, направо. Налево! Направо! Нет, все-таки налево! Да черт тебе знает, куда он потом поедет! Туда! Давай налево! Ну вот! О, хорошо! Ой. Ты головы! Придуры! Ты
что сделал, гад? Извинись, порношник грязный. Пошел ты! Извините. Ну-ка, убери эти глазадых, извращенец. Все, циркач, открутил ты свое сальто. Приехали. Давай деньги. Ни за что. Вперед! Залетный, смотри! Учит ментов плавать! Прикрываем! Есть! Ага! Смертай болиту! Ты что? Думать надо! Дубина! Эй, голубчик! Постой! Не торопись! Мы пошутим! Так какого ж дьявола вы тогда приказывали не убивать ни в коем случае? М? Откуда ж я знал, что это за человек? Я-то думал, ваш. Чужой это человек. Чужак, фрейрок. Гроша Ломанов не стоит. Ну не скажите, Генрих Эдуардович. Работает он классно. И прикрытие у него сильное. Не здешние. Местных-то я всех с затылку узнаю. А это свежачки. Сколько их? Пятеро. Пятеро? Да откуда? Откуда оно вообще могло взяться, это прикрытие? Ну как? Можно нас и поздравить? А как же? Тут я смотрю по городу милиции, туда-сюда, туда-сюда. Генрих Эдуардович. Что? У меня к вам просьба. Ага. Да. Что этот идиот про меня на допросе говорил, а? Ага. Говорит, подобного дегенерата я в жизни своей не встречал. Чего он говорит, мне только лимон доверил. Он мне дал пять, я б все пять и ухнул бы.
Шутите. Эх, Рома, Рома, ну и глуп ты. Ох, глуп! Зачем я только его председателем союза сделал? Значит так, деньги у чужака отобрать. Его сюда, на базу. Сам хочу на него посмотреть. А ты, специалист по придуркам, ты у меня все до последней копейки отпашешь. Понял? Дятел. Может быть. Все, уже мерещится. Вы живы? Что? С вами все еще гонится? Нет, уже отстали, Люся. Люся, это я, Петя. Да чтобы вы провалились, Петя. Да, это было бы лучше. Ой. Господи, как мне не везет. Что, миллион наконец-то отобрали? Да нет, миллион в подвале. Дома, на Камышовой, 25. Ну нельзя же быть таким доверчивым. Ух ты. А вы любите кошек? Очень. Я их обожаю. Львов, кошек, еще красные розы. Я тоже. Давайте я сама попробую. Вы такой сильный. Ну что вы, я донесу. А вас, говорит, уже весь город. Это ужасно. А как же вы завтра на работу пойдете? А я не пойду. Мы через день работаем. Как? Значит, деньги я буду сдавать не вам? Завтра Светочка работает. Очень красивая девушка. О, приехали. Эй, я здесь? Да. Ой, господи! Что такое? У меня не только нога, у меня рука в крови. Так это не ваша, это моя. Ранены? Ага. Куда? В плечо. Пулей? Потрясающе. По касательной. Ой. Болваны! Кто? Кто осматривал, выбирал Сбербанки? Я. Кто разрабатывал план? Я. Кто налетел на засаду? Не я, залетный. А если все-таки не залетный, то ты? Кто знал еще о наших планах? Никто. Только мы двое. Еще. Ну, не говорил я никому, ну. На кого была засада? Получается, на залетного. А если все-таки на нас? Нет. Скорее всего, это случайность. За случайность Виля срок тянут. Достать залетного любой ценой. Нам требуется мастер.
Полотнище жемчужин в море полуденном далекой Индии чудес. Доброе утро, маэстро. Денег у меня нет. А при чем здесь деньги? Главное, талант. Талант плюс навыки и опыт. Да. Изысканный вкус. Я у мастера на борту. Умница. Ждем. Извините, я не представился. Вильям Иванович. Петр Дмитриевич. Очень рад познакомиться. Взаимно. Значит так, сейчас направо, потом прямо, прямо, прямо. Милости просим, коллега. Войти в Сбербанк без 3-4 и выйти 1:05. С чемоданом денег может только мастер. Пригубьте, мастер. Не обижайте старика. Он так вас ждал. Прошу. Пожалуйста. Мои люди видели вас в деле. Сразу чувствуется старая школа. Не то, что нынче. Бомбы, мины, утюги. Варвары. У кого учились, если не секрет? Я? Да, какая школа? Ну, ветеринарная. Ветеринарная? У знаменитого медвежатника ветеринара? Да. Да. А почему, собственно, медвежатник? Он был специалистом более широкого профиля. Разумеется, никто не умаляет его заслуг в международном масштабе. И мастерство его в надежных руках. За мастерство! За мастерство! А вас уже легенды ходят. Ментовка распространяет слухи, что целая банда напала на кооперативного инкассатора. Ну да. Они своего капитана выдают за бандита, лишь бы только скрыть провал с засадой. Так вы думаете, что в кассе была милиция? Если бы я знал, я бы отдал им деньги. Юмор и доброта. Доброта и юмор. Лишь только они позволяют нам выжить в этом сумасшедшем государстве. Я понимаю, мастеру такого уровня ассистенты, конечно, ни к чему. Но я мечтал бы, чтобы вы провели с нами 1-2, не более, показательных выступления. То есть? Ну, 2-3 банка, взятых под вашим руководством. Это же отличная школа для наших ребят. Вы преувеличиваете мои возможности. Я себя очень плохо чувствую. Не хотите делиться знаниями? Обидно. А, надоело кровь проливать. Ребят, это травмирует. А вы не лейте. Не получается. Какая-нибудь кассирша или там контролерша выхватит табельный пистолет и... Конец, дурехи. Как говорится, жизнь, оборванная на взлете. Сами видите, с кем приходится работать. Простите меня. Вы понимаете, когда я волнуюсь, со мной всегда происходят какие-нибудь казусы. Мы тоже в школе так шутили, забавлялись. Ну что вы, как вы могли подумать? Ну неужели я посмел бы? Вот
И вот, видите, вот богатый выбор, любой ваш. Там ванна. А нет, спасибо, знаете, я как-нибудь сам здесь посмотрю, разберусь. Петр Дмитриевич, умоляю. Простите. Прощаю. Меня. Спасибо. Пожалуйста. Вы где? Я звонила в Сбербанк, вас там не было. Люся, Люся, вы слушайте меня внимательно. Да. Я должен вам сказать, что я никогда не встречал такой... такой мужественной, такой... красивой. Доброй, отзывчивой. Такой стройной, изящной и замечательной девушки, как вы. Но... почему вы решили сказать это... по телефону, а не дома. Не перебивайте меня, Люся. Вы мое счастье на всю жизнь. А вы где, Петечка? Это не важно. Где вы, Петечка? Я в банде, Люсенька. Вас бьют? Нет. Меня кормят севрюгой и красной икрой. Они меня приняли за крупного бандита, специалиста по кассам. Устроили банкет и уговаривают, чтобы я обокрал с ними Сбербанк. Поучил их. Да? Ну, а вы? А я соглашаюсь, Люсенька, потому что они и без меня все равно нападут на банк. Но они убивают кассирши, контролерш, а я нет. Нет? Нет. Да это не вчерашняя банда, это другая. О, Господи, значит, за вами гоняются уже две банды? Нет, пока одна, та, которая вторая. Они убьют вас, Петечка? Да, но только я один могу помешать им. Я люблю вас, Люся. Знаете это. Прощайте. Стойте, стойте, Петечка! Я придумала, запоминайте! 14:10 Сбербанк на Колокольном проезде. Служебный вход со двора. Три коротких стука, два звонка и снова один удар. В это время обед, я там работала, я знаю. Девочки покупают чебуреки и возвращаются. Смело врывайтесь с банды, их схватят, а вы будете спасены. Пыли. Люсенька, я вас люблю. Петечка, вы только не стойте рядом с бандитами. В них могут стрелять. Обещайте. Обещаю. Алло. Милиция? Продолжим, господа. Нет, нет, ни в коем случае, нет. Возьмемся за дело. Я никогда не откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. Это мой принцип, а принципами я не поступаюсь. Сегодня. А что это такое? Не знаем, как подступиться к центральной кассе. Мы центральную брать не будем. Не будем! А это что? Кабель сигнализации, который нужно перерезать. Не нужно. Это что? Район блокировки улиц наемным тяжелым транспортом. Да вы что, с ума сошли? Вы еще буран с Байконура пригнали. Вообще, что это такое? Что это? Колокольный проезд. Там тоже Сбербанк. А? Где? Здесь. А. Вот. Что? Вот! Вот его и возьмем. Но никакой подготовительной работы мы там не проводили. Вот именно, никакой подготовительной работы. Когда? В 14:10 мы должны быть на месте. Ладно.
Доверимся мастеру. Да вы что? Ни в коем случае, даже ножей не должно быть перочинных. Это мой принцип. Но... Никаких «но». Или я беру кассу и вы выполняете все мои приказы, или я тотчас же откланиваюсь. Вопросы есть? Да, ну как... Вопросов нет. Видно, первый взгляд, как будто не видно. За мной? Может, охрану выставить? Никакой охраны, никакой! Так, все! И водитель тоже! Нечего на работе штаны просиживать! Вперед! Чебуреки ждете? Угу. Чебуреки пришли! Остальные разрядочки по одному, по одному! Разрядочки-то! А милиции нету? Нету, нету. Вы ж как в воду глядите, чисто. Полный сейф. Они ж погашены. Ничего, ничего. Проверяйте. Каждую облигацию проверяйте отдельно. Действуйте автономно. Не торопясь. Кого? Милиции. Смеетесь, мастер? Шучу. Нервы, 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 нервы. Продолжайте. Работайте вдумчиво, внимательно и без всякого шума. Что? Почему? А это сбербанковский. Вы гений! Фантастика! Все, что делается, а? Мамочки, держи это милиции, чебуреки. Опускай.
Что это такое? Колокольный тупик. А почему тупик? Мы же говорили о колокольном проезде. Куда у меня привезли? Где ваше внимание? О, Господи. Простите, мастер, это у меня в первый раз. Уволю. И последний. Почему стоим? Быстро на колокольный проезд, нас там ждут. Кто? Деньги. Работать так работать. Скорее, скорее. Со двора. Прямо с главного. Если двери закрыты, врываемся сразу и грабим, 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 грабим. Милиция! Милиция! Ограбление! Нас ограбили! Мы грабим банки! А где милиция? Только что уехала. А? Люся, дорогая, что вы наделали? Зачем вы рассказали мне об условных стуках? Я грабил сразу два банка. Лучше бы меня убили. Лучше, потому что на одного жулика стало бы меньше. Я не жулик, Люсенька. Я не могу сейчас говорить, они внизу считают деньги. Да могут не считать, за них уже посчитали. 2 315 643 рубля. Все выгребли. 2 миллиона? О, боже, какой кошмар. Вы воспользовались моей доверчивостью. Не говорите так, Люся, я люблю вас. И все объясню. Нам нужно встретиться. Работает нервно, с выдумкой. Непредсказуемо для всех. Причем принципиальной схемы у него нет. Все на импровизации. И никакого повтора. Возможно, читает мысли. Телепат. Чебуреки спрашивает, ждете? Да, отвечает баба и кивает головой. Буйная фантазия. И блестящая ориентировка на местности. Заверстучивает, где есть менты, а где нету. А самоотверженность? Страховочная решетка сработала. О, падла. Так он ее на собственную голову принял. 2 315 642 рубля. 42 рубля. 643. О, Целковый завалился. Телепат, падла. Как вы себя чувствуете, маэстро? Ужасно. Мне нужно встретиться с женщиной. Очень красавицу смотрят дальнего. Доставьте ему сразу несколько на любой вкус и под любое настроение. No problem. Нет, 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 нет. У меня все есть. Мне нужно ехать. Куда? Куда, мой золотой? В гостиницу. Но это опасно. Я, по-моему, выполнил все ваши условия. Или нет? Конечно, конечно. Речь идет только о вашей безопасности, которую мы должны обеспечить. Но только никакого оружия. Ну, с вами хоть голышом. Конечно, конечно. Вчерашние или сегодняшние? Сегодняшние. 2 миллиона. Будут. Я все верну до копейки. Генрих Эдуардович, ветеринар вернулся. И не один, с дамой. Оказывается, это он сегодня грабанул банки. Я так и думал. В обоих случаях чувствуется опытная рука вчерашнего мастера. Поражена вашей нерасторопностью. С
баснословными стуками можно было ограбить весь район. Это же так просто. Рецидивист. Люся, Люся, весь район не успели бы. Обеденный перерыв кончался. Денис Эдуардович, слышите, это наводчица. Скандалит, что мало кассы взяли. Да слышу я, слышу. Тихо сиди и все записывай, понял? Понял. Капитан? Да, я. Объект на месте. Я рассказал все. Мне нечего больше добавить. Я их боюсь, Люся. Бедненький. Ну, ничего, ничего. Вы ведь у меня ковбой. Вы ведь супермен. Вы ведь самурай. Нет, я камикадзе. Никакой вы не камикадзе. Нет, камикадзе. Нет, не камикадзе. Вы просто человек. Повторяйте. Я просто человек. Я просто человек. Я очень смелый. Я очень смелый. Я очень смелый. Очень сильный. Я очень сильный. Я очень сильный. Я очень сильный. Тьфу ты. Экстрасенка. Я никого не боюсь. Я настоящий мужчина. Я никого не боюсь. Я настоящий мужчина. Петя, это вы бросьте, Петя. Вы просто человек, Петя. Нет. Я настоящий мужчина. Я ковбой. Я самурай. Я супермен. Здравствуй, фрейдист. Славик, Слава, кочумая вьеша. Никогда ты не будешь майором! Ой, брат!
способный втянуть в преступление кого угодно. Я не хочу, чтобы тебя видели. Я тоже не хочу, но мне страшно, Петечка. Держись покрепче. Да я не про это. Мне страшно за тебя. Но никто, кроме меня, деньги не вернет. Я понимаю. Все будет хорошо. Главное, ты мне веришь. Ножки уберите, пожалуйста. Стоп, а где капитан? Сбежал. Ну что ж ты, водила? Жди ментов. Уходим? Простите, а где дама? А ее уже нет. Как? А? Как у вас все продумано, мастер? Закройте и сдадите дежурный. Безработные симфонического отдела Москонцерта. С высшим образованием все. Нынче классика не в моде. Это ужасно. И вообще, ребята одаренные. Школу прошли отлично. Не чита, конечно, вашей. Но на экзамене я их сам отбирал. Лучшая пятерка. Скажу вам по секрету, это их первое дело. Но удачу они пока приносят. Вас, мастер. Вы что? Значит, они не настоящие? Настоящие, настоящие. Самые настоящие. Но пока не обстрелянные. La última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame,
bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Quiero tenerte muy cerca, muy cerca. Destru... ¡Hey! 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 Алло, Люся? Да? А я тебе звоню из самого логова. Понятно. Как ты добралась? Замечательно. Про чемодан спроси, где чемодан с миллионом? Замечательно, я добралась. Капитан, и на балконе чемодана тоже нет. Миллион пусть отдаст, а? Петечка, у меня все прекрасно. Слушай, Петечка, ты не заяц, я не волк. Мне надоело за тобой бегать. Кто это? Капитан! Узнаешь? Поэтому завтра ты вернешь чужой миллион, и миллион за свою наводчицу. Да какую наводчицу? Где Люся? Верните Люсю! Вы... Если хоть один волос упадет с ее головы, я вас убью. Я убью их. 2 миллиона! И ты получишь ее в целости и сохранности. Где? На 15-м километре старого шоссе. Завтра в 10 утра. Ровно. Только идиот может дать за тебя 2 миллиона. Хам. А менты-то для себя стараются. Ну, суки, ну, коррупция. Женщину в заложницы. Как дешевые вонючие рэкетиры. Бог ты мой! Все! Пора кончать! Мне нужно оружие! Ну! Наконец-то! Баллончики. Раз нюхнул 20 минут под ключки. Годится? 20 минут? Ну, Германия. Минуток. Мастер, вы не против, если я им из газет 2 миллиона нарежу? Резак со мной. Это не расходится с вашими принципами? Не расходится. Аркадий Александрович, 40 тысяч, 100 рублевых. На куклы. Конечно, конечно. А. Заряжены? Пока нет. Зарядить? А как же? Понял. Дымоухи понадобятся? Понадобится. Еще бы 1000 10. Я их сверху россыпью. Укропчиком. Знаете, как глаза разбегаются? Иди трудись. С работы, Аркадий Александрович, не волнуйтесь. Постреляем. 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 Почему пробка? Сегодня потому что демократия. Век тотального дефицита, только кооперативное движение спасет нас. Так скажем же, да, новому, славному течению общественной мысли и ее славному представителю, председателю Союза кооперативов,
товарищу Зыкову. Ему и предоставляется слово. Простите, вы не в курсе, по какому поводу базар? Побережье от материка отделяем. Ну и как? Добьемся, нет вопросов, слушай. В суверенитете нам отказали. Поэтому наши требования таковы. Долой милицию! Долой армию! КГБ! Правкомы! Всем долой! Чтобы нигде никого не было! Чтобы никакого контроля! Чтобы никто нигде не мешал нашей демократии! Жить стало веселее. Где-то я его видел. Извините, ребятки, вы из какой партии? Белые. Оранжевые? Ну, такой нет. Будут? No problem. Слушай! Петя! Куда? Тихо, 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 тихо. Слишком много свидетелей, не развернемся. Многовато. Даму гони. Деньги. Для нас это не деньги. Люсенька. Петечка. Ну как, все нормально? Да, мой дорогой, да. Ну что, фрейдист, с этим делом лады? Ладушки. Погуляем. Не возражаю. Слушай, мент, надо бы нам по остальным пунктам договориться. Я такой же мент, как ты, пианист. Давай ко мне в машину, потолкуем. Вы отчаянные ребята, я люблю таких. Да еще такого аса за придурка нам выставили. Лучше ко мне. На. Кстати, возвращаю. Нахрена надо было аппаратуру ломать? Не понимаю. Вы на кого работаете? Как? Да вон он! Где? Ну вон, на портрете, гляди! Новый зампред горосполкома. Вы хоть зря мы воевали? Почему? Зампред-то старый кореш нашего шефа. Мне кажется, что все вокруг грохочет и рушится. Теперь я самый счастливый человек на свете. Я отберу у них все миллионы и отдам тебе. И они узнают настоящего Максимкина. А не какого-то там ученика-ветеринара. Операция по изъятию миллионов начинается. Надо было его пристрелить. Друг, открой багажник. Зачем? Долго объяснять. Эй! Где тут кто? Извините, все-таки из какой вы партии? Зеленые мы! С пальмы вчера только свалились! Минжиров — это стройная организация! Это наше будущее! Все за Минжирова! Накрылись 50 тысяч. Почему 50 тысяч? 2 миллиона. Какая разница? Главное, он принципом своим не изменяет, подлец. Вот он! Догнать комедианта!
Слушай, я никогда не летал на самолетах. А это вертолет, Петечка? Да. Аркадий Александрович, а я чувствую, кто-то рядом свой трудится, родной, можно сказать. Рад тебя видеть. Я рад, несказанно рад. Даже думал навестить тебя, Генрих Эдуардович. А ведь брешен, брешен. Навестить, говоришь? Правильно. Воспитанные люди с этого и начинают. Только ты сейф не торопись закрывать, Аркаша. Нет секретов от старых компаньонов. Чего тебе надо? Что? Получается, Люся! Получается! Пора! 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 Земля!
проходит нормально. Самочувствие отличное. Прием. Прием. Это я вам говорю, прием. Ты где, тайфун? Мы где положено на маршруте. А вот вы где? Мы на базе. Ну что на базу? Овощи завезли. Какие овощи? Поддал ты, что ли? Тайфун не пьет. Запишите лучше адрес и передайте начальству, где находятся все деньги, которые вчера украли из Сбербанка. Откуда ты знаешь? Да вы пишите, пишите. Мне сверху виднее. Приготовься, Люся. Мы уже над городом. Главное не промахнуться. Ну, падла! Навел, сука. Мокрушник. Надо исчезать, пока милиция не нагрянула. Совесть наша чиста. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Заморил пауков. Ой, болит. Порешил идеологов. Мастер. Уходим? Уходим. Не ошибитесь, должно быть 3 миллиона. Еще и 315 тысяч. 727 рублей. А, и 12 копеек. Вот. Я сейчас.
Команда в сборе, шеф. Команда ждет ваших приказаний. Ha 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 ha